Преемники умершего главы группы компании Samsung Ли Гон Хи заплатят более 10 миллиардов долларов в качестве налога на наследство. Это является самой крупной подобной выплатой в истории страны. Однако наследники не обнародовали, каким образом будут разделены унаследственные акции, что является ключевым моментом в изменении формы собственности крупнейшего южнокорейского конгломерата. Кроме того, преемники сообщили, что пожертвуют 900 миллионов долларов и около 23 тысяч произведений искусства, которые оцениваются примерно почти в 2 миллиарда долларов, на поддержку борьбы с вирусными инфекциями и исследований в области редких детских болезней. Наследниками самого богатого человека в Республике Корея, бывшего главы Samsung, являются его вдова и две дочери. Его активы недвижимости оцениваются в 22,5 миллиарда долларов.